Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Потерял слух и сорвал голос. С Лазаревым на съемках произошло несчастье. В числе экспертов популярного музыкального квеста телеканала «Россия» уже успели побывать Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Алексей Чумаков, Лариса Долина, Диана Арбенина и другие яркие артисты. 18 июня в новом выпуске шоу к звездной команде впервые присоединится Сергей Лазарев, чтобы проверить свои детективные способности и попытаться выиграть 1 000 000 рублей. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. «Будет интересно послушать, как поют непоющие люди», — говорит Лазарев. «Даже на музыкальных конкурсах можно встретить исполнителей, которым медведь на ухо наступил. Думаю, по некоторым деталям можно определить, поет человек или нет, потому как он держится на сцене, как обращается с микрофоном. Но понимаю, что нас будут мастерски пытаться запутать». Текст озвучен в Яндекс.Клауд. «Безусловно, я очень хочу помочь участнице выиграть 1 000 000, но если не получится, заранее прошу прощения», – прокомментировал свое участие Лазарев. После съемок певец признался: «По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос». Конкуренцию Лазареву в борьбе за 1 000 000 в этот раз составят «Королева выпускного бала», «Мим», «Молодая мама», «Мастер маникюра», «Библиотекарь» и «Официант». Кто из них окажется настоящим вокалистом, а кто самозванцем без слуха и голоса? Это и предстоит выяснить Сергею Лазареву и команде экспертов. Прислушается ли певец, которого в шоу-бизнесе называют бунтарем, к советам коллег или будет действовать так, как ему подсказывает сердце? Зрители шоу «Я вижу твой голос» узнают уже 18 июня в 22 часа ровно на телеканале «Россия». Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.